Многие задаются таким вопросом. Действующий чемпион мира не едет на Олимпийские игры. Почему? И никто не знает ответа. Я собрал всю волю в кулак, я начал тренироваться, я начал перевыполнять план. Математики такой нет, это должна быть, наверное, какая-то чуйка на везение. Фактор везения – это самый главный такой момент, потому что от него влияет очень много. Где-то тебе повезло, ты устоял, не упал. Повезло с хорошей смазкой, с сервисменом, который работает. Повезло тебе с хорошими лыжами, ну, с хорошим инвентарем. Сегодня у меня есть время, и давайте посмотрим город вместе. Да, я считаю себя везучим человеком. На чемпионате мира мне очень сильно повезло. Мои соперники падали. И хоть это и звучит не очень хорошо, но я рад, что мне удалось в таких сложных гонках добиться тех медалей, которых я добился. Ну, на самом деле, действующий спортсмен, я не хочу как-то приходить домой и смотреть те же какие-то медали, те же кубки, потому что это не должно быть видно. В крайний раз, когда я видел свои медали с юниорских чемпионатов мира, с молодежных первенств мира, со взрослых чемпионатов мира, это я приехал после Лахти, закинул их в мешок. Но когда Лена, девушка моя, увидела эти медали, она досталась и сфотографировалась. У нее, кстати, есть это фото в Инстаграме, где она с множеством медалями с чемпионатов мира стоит. Ну и все, я все это дело сложил обратно в мешок и убрал. И оно лежит дома, мама в шкафу. Олимпийская золотая медаль – это ничего, это пустая медаль для меня лично на данный момент. У меня есть семья, которая меня поддерживает, которая знает, что я люблю лыжные гонки. И моя мама не была еще во всех странах. У меня есть стимул, чтобы свозить ее, показать мир. Давайте я вам покажу свою квартиру. Это гостиная, плавно переходящая в кухню. Могу похвастаться своей коллекцией маленьких лосят. Самый такой значимый – это красный лось. Его привезли с Рыбинска. Последнего лося мы привезли из Коми. Я думаю, не последнего, даже, а крайнего. И в честь этого такого могущественного большого животного меня и прозвали лосенком. Коллекция кружек, которые собирает моя девушка. Там была моя первая Олимпиада. Главное, чтобы она была не последняя. Я надеюсь на это. А сейчас я вам покажу свою главную комнату. Это вроде с виду такая гардеробная, но есть здесь одна главная деталь. Это лыжный тренажер, на котором я занимаюсь после тренировок в качестве заминки. Он имитирует лыжный ход, работают руки. То есть делаю лыжные движения. Кстати, это мой друг, это мой самый близкий друг, с которым мы начинали лыжную карьеру. Сейчас я выступаю, а он работает, болеет, переживает за меня. В детстве у меня был мешочек, я думаю, наверное, он был у многих, с бочонками, с какими-то фишечками. Дословно сейчас не вспомню, как мы играли, но игры были. А если брать более такие свежие варианты, то я в поезде купил билетик, стер код. И первый же мой билетик был выигрышным. Я выиграл 1000 рублей. Когда в этом году предложили сотрудничать с Гослото, я очень сильно обрадовался. При поддержке Гослото я развиваюсь как спортсмен и популяризирую свой вид спорта. Все мы люди, мы должны делать добро. И, конечно, покупая билет, ты помогаешь не только себе в плане какого-то везения, если ты выиграешь. Ты вносишь вклад в какие-то социальные проекты. Тем самым ты помогаешь людям.